Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы подожгли такой небольшой участок в лесу с надеждой, что все-таки вылезет легендарный покемон Молтрес, или как он там называется, я уже забыл. Но по ходу дела это, можно сказать, сказки, так как я не знаю. Ну, может, это действительно правда, что вот так просто можно словить легендарного покемона, поджечь лес, и он как бы сам придет. Но не знаю, я попробовал, он не пришел, не появился, как бы, легендарный покемон, и все, да. И, в принципе, в этом эпизоде, я даже не знаю, может идти просто-напросто еще покачать наших покемонов, в принципе, что я сейчас и сделаю. И вот, я немножко подумал, и вот какое у меня предложение. Сейчас я все так объясню, чтобы не торопиться, чтобы ничего не забыть, и чтобы просто-напросто вот сказать и подумать. Короче, вот. Этот сезон про покемонов, Пиксельмон, вообще был рассчитан где-то так на серии 35, максимум там 40. Потому что я говорил, моя цель всего сезона — это словить 30 покемонов, прокачать всех покемонов до последней эволюции и словить еще одного легендарного покемона. В принципе, когда я выполнил эти все, эту цель, когда у меня было 30 прокачанных покемонов, когда у меня было... когда я словил уже легендарного покемона Мью, вот, в принципе, который сейчас у меня есть. Уа. Так. Сейчас я настрою, секундочку. Так, вот он. И, в принципе, можно было уже заканчивать сезон, так как цель сезона вообще была 30 покемонов прокачанных. И один как бы легендарный покемон. Но я не стал заканчивать сезон, потому что просто-напросто, просто хотел продолжить там еще походить, половить там других покемонов, еще что-то там поделать, как бы вышло, в принципе, еще в тот момент не вышла как бы новая версия Майнкрафта и новая версия Пиксельмона, да. Я просто-напросто, похожу тогда, буду искать тех покемонов, которых у меня нету. Так как с самого начала я искал только... Это что такое с Мью? Текстуры какие-то залагало. Ладно. Когда... Это вообще Мью? А, так. Это что вообще такое? Ладно. Короче. Сначала, когда... Ну, в смысле, когда у меня, я уже выполнил всю цель, это достиг 30 прокачанных покемонов и словил одного легендарного покемона, уже можно было заканчивать сезон. Но я не закончил, потому что, просто дальше решил продолжить, так как я сначала ловил только тех покемонов, которые мне нравились, чтобы были в коллекции, то бишь 30 прокачанных покемонов, которые мне больше всего нравятся. Я их как бы всех словил, потом словил легендарного покемона. И дальше я, еще раз говорю, я просто решил там продолжить съемку и просто-напросто ловить всех покемонов, которые остались, и прокачивать их. Ладно, когда я еще половил их, то как бы уже тоже можно сказать было, что я просто переливаю воду с одного в другое, как бы просто ищу покемонов, и уже тоже хотел заканчивать сезон, но в тот момент как бы уже вышла новая версия Майнкрафта 1.6.2, и если выходит новая версия Майнкрафта, то как бы выходит новая версия Пиксельмона, как бы переходит на новую версию Майнкрафта, ну плюс к тому создатели Пиксельмона еще добавляют там некоторые плюшки, как бы чтобы освежить немножко версию, то бишь новых покемонов, то бишь больше эволюции старых покемонов, то бишь больше плюшек для покемонов, и то бишь еще как бы улучшать покемонов как бы в своем виде, так как улучшилось многие текстуры покемонов. И так. И в принципе вышла новая версия, то я думаю, если сейчас у меня там получится переместить старый мир, как бы
на котором я играл с этим модом, который как бы я в нем развивался, и перенести, как бы найти новую версию Пиксельмона, перенести новый мир на новую версию Майнкрафта и на новую версию Пиксельмона, то тогда я как бы продолжу играть. Но у меня в принципе все получилось, как бы то, что я хотел перенести мир на из версии 1.5.2 на версию 1.6.2 я как бы сделал. И потом тоже как бы все не было никаких багов, мир все нормально работал, я как бы продолжил играть, только уже на новой версии. Ну и до сих пор вот, например, играю сейчас, но... В принципе, сейчас мне только и то остается, чтобы просто так бегать по миру, искать новых покемонов, ловить их, и с надеждой, что я еще встречу там легендарные покемоны. Еще что? Ну, в принципе, все, ловить покемонов и новых. И да, и новых покемонов, которые вышли как бы в новой версии Пиксельмона. И в принципе вот это. Да. Но вот что я сейчас хочу сказать. Сейчас добью этого Фирова. Или как он там? Да, все. А, все, кстати, вот наш покемон эволюционировал. Да, на 34-м уровня сила превратился в дивгон какой-то, короче. Пусть будет так, да. И все. Ну, в смысле... Ну, да, все, превратился это покемон. И вот так. Сейчас опять этого добью. Нападаю. Итак. И о чем я говорил? Ну да. И вот сейчас что я думаю? В принципе, это как бы 50-я серия Майнкрафта. Ну, в смысле, 50-я серия игры с, типа... О, что-то я вообще путаюсь. Короче, 50-я серия игры в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Да. И вот что я думаю, это как бы, можно сказать, такая юбилейная серия даже, можно сказать. О, там деревня, кстати, там был. Думаю, что да. Ну, и что я сейчас думаю? Я не думаю, что я сейчас, например, уже буду заканчивать сезон, но вот что я думаю. Пока не вышло там новое обновление там Майнкрафта или и не вышло новое обновление Пиксельмона, то я думаю, пока этот сезон можно поставить на такую небольшую паузу, и начать снимать второй сезон. И как бы когда буду снимать второй сезон и буду ждать до тех пор, пока, например, вот там через некоторое время уже выходит там новое обновление Майнкрафта, как бы глобальное вообще обновление, наверное, вообще самое прикольное, так как 1.7, так как там и новые биомы будут, и вообще все баги там поправят, и разумеется, что если выйдет новое когда выйдет новая версия вот этого, когда выйдет новая версия Майнкрафта, то понятно, что и добавят новую версию Пиксельмона, и это понятно, что они сделают какие-то, добавят хотя бы там несколько новых покемонов, так как появятся новые как бы биомы, там биома, не помню, как биома Redwood Forest, который там присутствует в некоторых модах, это очень вообще прикольный биом, мне вообще этот лес очень так нравится. Его добавят еще какую-то пустыню вроде новую, или не знаю, какую-то красную землю или что-то такое. Добавят еще вулканы, да. Это уже просто-напросто так можно думать, что если три новых биомы, то как бы и будут новые покемоны, те же. Как бы перенесут старых покемонов на новую точку спауна, можно сказать. Так. Ой, я что-то уже забыл. СД. Ой, что-то я вообще туплю как-то. Таймсет. Фу, я что-то вообще забыл, непонятно. И вот так. Да, и когда перенесут, как бы, выйдет новая версия Майнкрафта, то, как бы, можно считать, что
И понятно, что выйдет новая версия Пиксельмона, так как ее перенесут на новую версию Майнкрафта и добавят еще несколько вещей. И, например, те же вулканы. То бишь, получается, что всех огненных покемонов, если так по логике, то перенесут в биомы вулканов, и они будут как бы спавниться на самых верхушках вулканов и как бы в зависимости от покемона. И в новый лес, наверное, перенесут. И, ну, короче, усовершенствуют мод. И, то бишь, добавят еще несколько новых покемонов, эволюции, там еще разные вещи, если добавят. Но я думаю, что добавят. И поэтому, я думаю, можно поставить этот сезон, как бы, летсплея по моду Pixelmon. Ну, вот этот самый, что я сейчас играю. Как бы, Майнкрафт, летсплей по Майнкрафту с мода Pixelmon. На такую, можно поставить его на небольшую там паузу, можно сказать. Не знаю на какую, до тех пор, пока не выйдет хотя бы новое обновление там того же Майнкрафта и Пиксельмона. Сейчас проверим, что тут в сундуке. А, тут ничего в сундуке нет. Ладно, тогда, да, можно будет... О, еще один там Магмар. И да, можно будет немножко поставить на такую небольшую паузу, так как, я говорю, пока не выйдет там новое обновление Майнкрафта и нового обновления Пиксельмона, то это как раз такая юбилейная серия, можно сказать. И да, этот сезон я, наверное, все-таки буду ставить на паузу. Я думаю, вы не будете так очень против, так как действительно это... Пока не выйдет новое обновление, он как бы будет стоять этот сезон на паузе, а потом, я думаю, если выйдет новое обновление, там будут добавлены еще много там новых покемонов и новые там всякие вещи, то можно будет как бы можно будет продолжить это. Ой, чтобы этот на меня не напал. Можно будет продолжить этот сезон с этим модом. Да. Так, не-не-не, это сюда. И да, и вот что я сейчас думаю. Я, чтобы не делать такой большой очень второй сезон, пока этот первый сезон стоит на паузе, я почему-то хочу как бы сделать, ну, такой небольшой сезон, чтобы недолго было в нем развиваться, и чтобы он не вышел на много там очень серий. И у меня почему-то на мысли так стоит такой мод, как под названием Twilight Forest. Я думаю, это обычный такой мод, все его знают, и он не очень такой сложный, как я его скачал, например, день назад там, ну не день, пару дней назад. Я вообще ничего не понимал в нем, так как я первый раз в него играл и вообще ничего не знал, но я разобрался все очень там быстро, что там и как делать. И в принципе я сделал все полностью, что там только можно. Ну, не все, конечно, но убил, короче, всех боссов, которые там только есть, за пару часов. Ну, может, потому что, я не знаю, делать было нечего, я просто все так сразу играл. И поэтому я думаю, все-таки можно будет с ним поиграть такой уже как бы сезон с монстрами, с боссами, с монстрами там с Twilight Forest, которые как бы уже, в принципе, этот сезон Пиксельмона это только обычно ловить покемонов, тут монстров нету. А там уже будет такой как бы развитие против монстров, да. И все-таки я действительно думаю, что это можно этот сезон поставить на паузу. У меня еще, кстати, есть такая небольшая идея начинать снимать с веб-камеры, как бы, те же мини-игры, те же летсплеи, но я еще пока не знаю, это нужно еще будет подумать, там провести голосование, или, короче, это потом я как-то объясню. Фу, в принципе, сейчас я говорю, что я этот сезон все-таки, наверное, ставлю на паузу. Вы там напишите в комментарии, что... Как бы, нравится ли вам эта идея или нет, так как я говорю серьезно, сейчас нету смысла как бы его... В смысле, можно его продолжить, это ничего такого нету. Просто все, что я делаю, это убиваю покемонов, ловлю новых покемонов, качаю наших покемонов. И, в принципе, все. А сейчас будем ждать, пока выйдет новая... Ой-ой-ой, или не... редкий покемон Дратини. А ну, кстати, я вот сейчас попробую... Выпадет ли все-таки с него алмазы? Так редкий покемон нам попался.
А, да, выпали алмазы, видите? Прикольно, прикольно. Три алмаза выпало, офигенно. Все-таки я говорил правду, что с этого редкого покемона первой эволюции дратини выпадают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините, там за окном что-то пролетело вообще. Да, я говорил, что с первой эволюции дракини выпадают алмазы, и вот я его убил, и выпало три алмаза. И все, я сейчас еще раз говорю, что я этот сезон ставлю на паузу до тех пор, пока не выйдет новое обновление Майнкрафта, пока не выйдет новое обновление Пиксельмона, пока не добавят новых покемонов. И вот тогда уже можно будет перейти на новую версию и продолжать ловить покемонов. Да. Если все-таки версия будет прикольная, и они там добавят много всяких вещей в нее. О, эти машины ездят. Серьезно, дорогие друзья, извините, если там очень так сильно слышно. И да, все, я еще раз скажу, что сезон этот я ставлю на паузу, пока не выйдет новые обновления по Майнкрафту и по моду Пиксельмон. И, в принципе, этот сезон, еще раз говорю, на паузу не заканчивается, а просто на паузу в ожидании более новых версий, да. И в данный и в то время, пока этот... О, словили Диглита, я не помню, есть ли он у нас или нет. И пока этот сезон будет стоять на паузе, то я думаю, что... Я говорю, что я, наверное, буду играть второй сезон с летсплея по тому моду, что я говорил. И я думаю, это будет прикольно. И, в принципе, все. Все, что я хотел сказать по данному поводу, я сказал. Позже еще будут несколько видео, в которых я хочу провести опросы, что если вам понравится, то я как бы и буду осуществлять вот те задуманные идеи, которые сейчас у меня есть. И в принципе, да, все. И ну, все, я думаю, это была такая какая-то небольшая серия, чтобы просто-напросто рассказать идею, которая у меня есть. И еще вот сейчас этого убьем. Что-то нам вообще так часто начались попадаться вот эти магмары. Раньше я их вообще не мог найти. Это вроде такой редкий покемон. Не знаю. И все. Я думаю, эту серию уже можно закончить. И поставить ее все-таки на этот сезон на небольшую паузу. И я не знаю, когда, ну, в смысле, знаю так определенно, когда я начну. Если вам понравится эта идея, то ставьте лайки под видео, комментируйте, нравится ли вам это или как, или ну, нравится. Я думаю, ближе к выходным я начну уже делать такой небольшой, ну, в смысле, начинать снимать Twilight Forest, когда у меня будет свободное время, а то сейчас у меня нету, вот еще после обеда еще полтора пары у меня будет. И сейчас я уже как раз буду идти, и да, ну, в смысле, я не знаю, эта серия выложится вечером, а я сейчас днем говорю, поэтому как бы я с будущего говорю, из прошлого говорю в будущее о прошлом. Да, как-то так. И все, дорогие друзья, я думаю, это будет прикольная идея, что начать снимать новый летсплей с новым модом, пока этот сезон стоит на паузе. Я буду снимать второй сезон, когда выйдет новое обновление, я продолжу снимать вот этот сезон. Или все-таки даже иногда будут выходить просто обычно серии по моду Пиксельмон, даже без обновлений, но не очень часто. И уже как бы продолжится сезон тогда, когда выйдут более новые версии обновления Майнкрафта и Пиксельмона. И все, дорогие друзья, я думаю, это такая прикольная новость и как бы прикольная идея, что можно вот так сделать. И я думаю, все, на этом можно закончить данную серию. И все, если вам понравилось, то ставьте лайки. А если вам понравилась та идея, что я сказал, и в общем, как бы, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Да, что-то я захрип или что это, да. Всем пока.